Йен, так ради чего ты здесь? Ради дракона. Говорят, в нем есть целительные свойства. Я думал, все свои органы ты уже излечила. И отдала за это один из них. Йеннефер, только не говори мне, что проделала весь этот путь ради байк о том, что драконье сердце лечит бесплодие. Это не байки. Байки. Да и сама подумай. Ты и ребенок. Считаешь, я буду плохой матерью? Уверен в этом. Йен. Ребенок. На черта он тебе сдался? Меня лишили права выбора. Я хочу вернуть его себе. Но на твое понимание не надеюсь. Я тоже не выбирал участь ведьмака. Знаешь, те, кто сделали нас, не зря сделали бесплодными. Одна из причин этому в том, что наш образ жизни не подходит для ребенка. Или что? Будешь призывать хаос для королей в перерывах между кормежками? Вот поучать меня не надо. Я не поучал, но я много думал об этом. Своего ребенка неожиданность я лучше скормил бы Бруксе, чем приучил к такой жизни. Что ты сейчас сказал? Зараза. У тебя есть ребенок неожиданность? Разве это не прекрасно? Ты укоряешь меня за то, что я ищу способ родить ребенка, а сам играешь с судьбой, чтобы украсть его. Каждый раз, как мы встречаемся, я за 5 минут говорю больше, чем за неделю. И всегда потом жалею. Краснолюды знают короткий путь туда. Иди с нами. Я и сама могу дойти. Ты не обязана всегда все делать сама. Пойдем со мной.